Олег Белавинцев пробыл в Крыму 2,5 года, за которые было проделано много работы. Удалось добиться позитивного экономического роста, а также мира и спокойствия на полуострове. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил бывшего полпреда президента России в Крымском федеральном округе за сотрудничество. Но мы с вами помним, мы с вами все знаем, кто был на баррикаде, а были все вы здесь сидящие в зале, были все крымчане. Но у нас возглавлял нашу операцию Олег Евгеньевич по поручению президента Российской Федерации. Работа была сложная, очень напряженная. Многие руководители на всех постах принимали неординарные решения. С самого начала не хватало связующей нити с руководством Российской Федерации, отметил Владимир Константинов. Мы по среднему уровню чиновников бродили, много ездили в Москву, с Сергеем Павловичем, Сергеем Валерьевичем, там тыкались по всем кабинетам, какое мнение точно не поймешь. И вот с простыми людьми общаешься, все нас поддерживают, все буквально «давайте, давайте». Но когда упираешься в это, не понимаешь вообще, что делать дальше. Вот такого звена, ну, катастрофически не хватало связующего. Вот когда появился Олег Евгеньевич, это звено четко обозначил, что вот оно, все есть у нас уже, коммуникация, все сразу от души отлегло. Олег Белавинцев стал той самой связующей нитью, благодаря которой крымчане добились успеха, а Крым стал неотъемлемой частью Российской Федерации. Дарья Костенко, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.